Всем привет, это канал PlayGame. Меня зовут Сергей. Мы продолжаем играть Assassin's Creed Syndicate. Так, глядим. Тут все освободили. Так, вот у нас задание, да, есть. Ну и бежим на точку обзора. Хорошая девочка. И так, тихо, вот сюда. А, вот точно. И потом задание там возьмем. Заодно точку обзора откроем, там что-то нам откроется. Может быть, сначала их выполним, а может быть, сразу перейдем на сюжетные миссии. Да что ты пристал ко мне там, ё-моё, преподаст он мне урок. Если я подойду, ты пожалеешь. Ой, чувак, не пугай. Синхронизируемся. Так, и поглядать будем. О, прям вот оно как рядышком, но это просто грех не пройти. Так, охота на тамплиеров, и это у нас убежище банды. Естественно. Опля. И сундучок сразу. Так, убейте цель скрытым клинком. Так вот сверху осмотримся. А. Мартин Черч. Так. Он не достоин быть тамплиером, говорили они. Нужно что-то делать. Ёпс. В смысле, это что, был не скрытый? Скрытый клинок, естественно. Давай, 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 слазь, слазь. Блин, что так далековато. Так, да, конечно, скрытым клинком. Отлично, райончик мы-то освободили. Так, еще у нас... Ну давайте вот это. Так, сразу у нас вот это. Ага, вот это. Ну и потом сюжетка. Освободим просто сразу вот эти вот районы. Так. Так, кого-то тут тоже убить надо будет. Оп. Можно было вот здесь вот показывал он что. Да ладно, уже хрен с тобой, слазь. Фига он сигает, а? Так, а у нас очков навыков никаких. Одно очко только есть. Ладно, пока так. А вот это что такое у нас? А, пятый уровень. Требуется мастер ножа. А, ну это есть пятый уровень, просто нужен, да? Это все по два, ну, так, понятненько. Собираем мы... Ага.
Так, сожгите планы висельников, освободите пленных грачей. Угу. Висельники! Пришло письмо от мистера Стрелка. Итак, до меня дошли слухи. Так, вот этого главное. Оп! Снайпера. Стрелок еще так. Надеюсь, хоть это сможет наконец развеять мою скуку. Будь на связи, Клятус. Так, а здесь вот, да, где она упадет? А, нет, это вообще не падает. Нафига он мне? Не надо мне так взрывать-то все. Разомнемся. Так. Так, где-то вот в этом. Odd fellow, that one. Тише, освободите пленных грачей. Ага, вот они, грачи. Все, я понял. Отлично, все выполнили на 100% это задание. Ох, какую сразу большую территорию-то отхватили. Клетус Стрейк, главарь банды. Сегодня нас. Куда его? Не те законы ты защищаешь. Отсюда я попаду. Как так?
Так, 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 а чё же он убежал? Со всеми он не справится! Ну ты у меня попляшешь! Да! Я заберите ему шею! Я тебе все зубы пересчитаю! Да давай, всех вали нахрен. А он боевой! Осторожно! Щенка, ты пожалеешь! Ты чё, падла? Так, сундук. Так, это вскрыли. Так, а что было такое? Нитроглицерин? Нафиг он мне нужен? Ага, наверху ящик. Так, стоять. Стоять, стоять. Так, а как туда? Вот так. Так, а у меня навык, кстати, да, по-моему, появился там. Точно. Так, оказалось, следующая атака против него. Короче, приведет предсмертное состояние. А это у нас успешные атаки быстрее приводят противников в предсмертное состояние. Вот я думаю. Так, а вот это... Противник за обновление до того, как он атакует вас. Так, а это увеличивает скорость, скрытность. Так. Давайте орлиное зрение. Так, надо мне теперь вот это вот выполняем, и потом какую-нибудь сюжеточку выберем. Так, а что тут я не выйду? Так, залазим. Так, а где объект?
похитить. А где похитить-то? Где он? Чё-то как интересно все это. А, вот он, все, вижу. Вот, Леопольд Бакус. Редеют наши ряды. Так, где-то здесь он получается. Просто хотел взять пару ярких камушков. Что в этом такого? Здесь нет ничего красивого. Надо идти наверх. Украду еще разок. Только раз. Никто не заметит. Иди сюда, родной. На помощь, люди! Да стой! Ну, да куда? Ну, не спеши. Что тебе надо? Ты из полиции? Ты меня ищешь? Тише. Так. Меня же... На помощь, люди! Пожалуйста, не надо, прошу! Сундук мы обыскали. Ничего. Подержит пару дней и выпустят. А теперь идем. Ты куда, блин, вырываешься? Да давай, двигай булками. Так вот, карета стоит. Спасите! Так. Скачем. You won't get away with it, you know. Тихо!
Давай, разгоняйся с турбоускорителем. Напрашиваешься? Вперед! Ой, ничего себе. С этим буду помягче. Спасибо. Так, а это же мы, получается, весь район освободили, да, или нет? А главаря-то не убили, он тогда убежал. А нет, война банд доступна, то есть вот главаря теперь мы должны убить. Блин, друзья, ну я должен просто это пройти. Так, а как мне быстро переместиться-то? Так, ну во-первых, где-то вот сундук. Почему я не могу переместиться? А, могу. Ну, что ты, подгрузился? Вот, отлично. Так, теперь бы мне магазинчик по пути найти. А то у меня метательные ножи закончились, а это вообще не тема. Магазинчик, так. Вот у нас лавка. Лучше цен вы не... И вот, захватите район. Надо его захватывать, короче, и все. И у нас будет целый район в наших руках. А тут что-то... Ну, пошла! Я думаю, у нас просто битва, по-моему, уже здесь, да, будет? Мы один же район, когда Чеп как-то там захватывали. Давайте разнесем тут все. Дум. Хорошо. Нам ты бросили вызов. Иди за... Джейкоб, одним нам этот район не удержать. Да, играем. Я так понимаю, просто сейчас будет драка. И зря я ножи, в принципе, закупал. Они как бы сейчас и не понадобятся мне. Мистер Клетус Стрейн и висельники вызывают банду грачей на бой за район Ламбет. Одолейте их, и район ваш. Осторожно, он садист. Ну, точно, как я и говорил, просто драка район на район. Чубучары, чё такой ушастый-то? Режьте висельников! Я в него целюсь! Тебе конец! Готов? Ты зарываешь! Стреляй! Все, что ли? Here we go round the mulberry bush.
Или что, один на один с тобой что-то сейчас будем, да, биться, наверное? Ну давай, давай, чувачок. Ох, ты падла. Давай, ух ты, скотина. Ух ты. Он какой-то бессмертный. Давай, добивай же ты его уже. Будет больно. Опять. Давай, 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 немножко еще, совсем. И, давай, давай. Скотина. Вроде нажимаешь блок. Почему через блок бывает прошибает? Ничего не пойму. А еще вот как бы вопрос. А че, почему я отскакивать не могу, что ли, в бою? Вот уклоняться как-то, кроме блока. Кувырки, перекаты, отскоки. Тут нет такого, что ли? Подождите, я хочу посмотреть управление. Так, ну допустим в клаве. Вот, бой. Оглушение, контратака, атака. Лекарство свистнуть. Нету никаких там перекатов, отскоков. Нету. Не зевать! Что на. В чем перекатов нету, ни отскоков, как-то вот не продумано вот это немножко. Мистер Клето Стрейн и висельники вызывают так, банду грачей на. Это. Даже пропустим. Режьте висельников! Отсюда я попаду. Нож ему в спину! Так, готов. Я тебе язык вырву! Тоже готов. Ах ты падла. Посмотрим, как ты после запоешь. Так. Here we go round the mulberry bush. Здоровый бык, конечно. Here we go round. Хм.
скотина, он блоки ставит. Ох ты, сучара, а? Орден непобедим! Да что ты... Да мать вашу! Да блядь! У тебя нет шансов! Да как так? Он как-то в прошлый раз было все легче намного. Да блять, ну я же нажимал блок, ну почему ты блоки не ставишь? Что за бред какой-то начался? Я же блоки нажимал. Фигня, блин. За мной. Всегда рад. Да какой управлять, блин? Шустрее. Что-то как-то тяжеловато его убивать, что-то я не пойму. Причем ставишь блок просто, он прошибает его. Отскакивать нельзя. Мистер Клетус Трейн и висельники вы... Режьте висельников! Он под прицелом! Да что еще ты, блядь, меня сейчас покоца, я... Here we go round the mob. Падла. Я твоя смерть. Да ты посмотри, какой же ты, а? Да давай. Да ё-моё. Опять. Да что ты? Huh!
Да давай, давай, добей. Умрешь и не заметишь. Нет, 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 нет. Отлично. Леди и джентльмены, мы Иви и Джейкоб Фрай. И отныне вы все работаете на нас. Отлично. Ламберт захвачен. Что ж, давайте, друзья, мы на этом закончим нашу серию. Всем спасибо за просмотры, комментируйте видео, ставьте лайки. А не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока.